Привет, русское киселе. Меня зовут Дорогой Артем. В 2010 году я окончил теоретический лицей села Русское Киселе имени Григория Веру. На данный момент я обучаюсь в Приднестровском государственном университете на юридическом факультете. Почему именно юридический? Ну, не знаю. Наверное, потому что меня с детства учили быть честным, справедливым и соблюдать закон. В первую очередь, хочу поблагодарить своих родителей за то, что они поставили меня на ноги и поддерживали в трудную минуту. Хочу выразить искреннюю благодарность моей первой учительнице Екатерине Федоровне за ее постоянное нравоучение и напутственные слова, которые в большей степени помогли мне сформироваться как личность. Дорогие учителя, большое вам спасибо за ваш кропотливый труд, бездонное терпение и за то, что каждый из вас внес частичку себя в мое будущее, в мою жизнь. В завершении хотелось бы обратиться к ученикам. Ребята, слушайте всегда своих родителей, потому что родители плохого никогда не пожелают. Слушайтесь преподавателей, потому что их нравоучение не бывает лишним. И напоследок хочу пожелать вам, уважаемые учителя, терпения и здоровья. А вам, ученики, живите ровно и не косячьте.